Если у вас есть пароварка, возьмите на вооружение рецепт приготовления гречки. Здесь масса плюсов, от полезности блюда до минимальной трудозатратности. От вас потребуется только подготовить крупу. Соотношение крупы и воды 1:2. Вы можете взять стакан с любым объемом, но придерживайтесь рекомендованного соотношения, тогда каша получится рассыпчатой. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте необходимые ингредиенты. Залейте гречку теплой водой, взболтайте, чтобы наверх поднялся весь мусор, удалите, вылейте воду, промойте еще раз в теплой воде, перетирая ее в ладонях. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Переложите гречку в сковороду и прогрейте ее, постоянно помешивая, чтобы она просохла. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. В конце прогревания добавьте половину указанного количества масла, перемешайте. Переложите гречку в чашу пароварки. Залейте 2 стаканами горячей водой, поставьте чашу в пароварку, закройте крышкой и выставите время 30 минут, за это время, жидкость должна полностью впитаться в крупу. По истечении времени, в готовую кашу, добавьте оставшуюся половину сливочного масла, перемешайте и оставьте в пароварке еще на 10 минут. Каша готова, подавайте горячей. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится: гречка 1 стакан, вода 2 стакана, сливочное масло 1,5 стакана, соль по вкусу, количество порций 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду снова и желаю вкусного дня!